Торговый дом Дендра представляет: все о луках и арбалетах, видеообзоры, все новинки рынка, знакомьтесь с нашими тестами, а также охота и рыбалка. Смотрите на канале Дендра. Всем добрый день! Сегодня я вам расскажу об арбалете Dartan Rebel 135SS. Арбалет, на мой взгляд, уникальный. Уникальный тем, что еще ни в одном арбалете, который попадал к нам в руки, не совмещалась такая высокая скорость вылета стрелы с компактностью арбалета. Действительно, арбалет не то что компактный, он сверхкомпактный. Прежде всего, чем интересна эта модель, помимо его размеров? Первое. Такую компоновку мы уже видели на арбалетах Mission Archery. И неудивительно, ведь в Mission Archery применяются замки, которые взяты с арбалетов Dartan. На данном арбалете Rebel 135 применен замок, аналогичный Mission MXB400, который уже прославился своей надежностью. Помимо замка, сама схема – это большая база. Согласитесь, не у каждого арбалета есть такая большая база. Небольшой разгон, но при этом арбалет имеет силу натяжения всего 180 фунтов, а стрела покидает его со скоростью 350 футов в секунду, что вполне достаточно для любых задач. Помимо того, что арбалет имеет большую базу, когда вы его взводите, то угол тетивы из-за конструкции блоков не становится острым, тем самым повышая и без того великолепную точность выстрела этого арбалета. Арбалет Dartan не тяжелый, весит он всего 3,5 килограмма, но благодаря его компоновке и балансу он кажется еще легче. Есть такая мелочь при заряжании. Мы вставляем в паз трос, и он тут висит. То есть его не надо поддерживать. Казалось бы, мелочь, а приятная. В конце происходит довольно сильный сброс. То есть замок вообще не напрягается, когда держит такое усилие на взводе. Единственный арбалет, с которым можно сравнить этот Dartan Rebel 135, это Mission Archery. Mission модели MXB360. Несмотря на то, что арбалеты не похожи, концептуально они одинаковы, и их объединяет потрясающая точность выстрела. В MXB360 нет традиционной скобы и нету СТС. Mission длиннее, но при этом он легче на 500 грамм. Тут, как говорится, кому что. Кому короче, кому длиннее, кому легче, а кому тяжелее. Никогда не забывайте смазывать направляющую маслом. Это специальное масло без запаха, так что не волнуйтесь, на охоте никак не скажется. Размажьте его по стволу арбалета. Это намного удлинит срок жизни оплетки на вашей тетиве, за которой надо постоянно следить. Несмотря на то, что мы используем болты 22 дюйма, арбалету подходят также 20-дюймовые болты. Очень мягкий охотничий спуск, вот именно охотничий, как у охотничьего ружья. Мне очень понравился. Никаких проводок, никаких скрежетов. Просто прицелился, выстрелил. Отдача очень мягкая. Но можно даже сказать, что ее нету. Хотя, ну, она есть, конечно. Я закончил ввод поправок, и теперь мы потренируемся в стрельбе на точность. Задача — повторить ли второй выстрел первый. Делаем второй. Уже третья стрела влетает практически в одну дырку. Может, конечно, мне и везет.
но арбалет выглядит крайне стабильным. Ну что сказать, мне арбалет очень понравился в работе. В результате мы имеем отлично сделанную машинку, эдакий рюкзачный вариант. Очень удобный на охоте, безусловно, за счет его размеров. При том, что сделан он, ну, весьма качественно, напичкан всякими запатентованными технологиями и решениями. На самом деле, это отличный выбор сейчас, причем отличный выбор настоящего бренда и по довольно демократичной цене. Арбалет Dartan RB135SS. Отличная штука. С вами был Алексей Костиков и торговый дом Дендра. Всего доброго!